Из Кабула приходит сообщение о взрыве у российского посольства. Взлетел на воздух автомобиль, которым управлял террорист-смертник. Как сообщают сотрудники нашей дипмиссии, никто из них не пострадал. Этот теракт, скорее всего, был направлен не против них, а против местных чиновников, которые в тот момент проезжали мимо в автобусе. Из его пассажиров и случайных прохожих на улице 7 погибли, более 20 ранены. Ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Афганские власти не уточняют, идет ли речь об очередной террористической атаке боевиков движения «Талибан» или же о стычках местных вооруженных банд.